Продолжаем выпуск. Родные пропавшего 7 лет назад карагандинца обратились к главе МВД с просьбой привлечь к ответственности владельца зимовки, который, по их мнению, держал человека в рабстве 5 лет. 5 лет получается? 14-го. Ага. Сейчас 19-й год у нас. 2019-й. 14-го, 2 мая. Ага. Когда меня поднимают, это бывший мент, сейчас отцепки, кажется, копали, туда отвезли менты. Нарынбе Джумагулов пропал 7 лет назад. И вот на днях родные узнали, что его видели на отдаленном отгоне. Старший брат обратился в полицию и попросил помощи, но не дождался ее и поехал сам. 51-летний Нарынбет рассказал, что дважды пытался сбежать зимовки, но хозяин его находил и избивал. Когда братья покинули зимовку, хозяин их догнал. Мужчины заперлись в машине и с помощью общественников обратились к главе МВД. Однако хозяин заверил полицейских, что Нарынбет пришел к нему в мае 2017 года и сказал, что потерял память. Вопреки слухам, стражи порядка уверяют, что владелец зимовки в органах внутренних дел никогда не работал. Для объективного и всестороннего расследования обстоятельств, указанные заявителем, зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса, то есть незаконное лишение свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел и Департамента полиции области.